Ага, вот она система, да? Здесь вот происходит загрузка, посмотрим, где-то у нас месси. Он пошел, да? Да, подается непосредственно уже на укладку. Здесь тоже все автоматизировано. В Тейковском районе появился новый асфальтобетонный завод. На его строительство и приобретение необходимой техники предприятием затрачено около 100 миллионов рублей. По мнению губернатора региона, который сегодня осмотрел новый завод, предприятие сможет составить достойную конкуренцию работающим на рынке дорожного строительства организациям. Все компьютеризировано, и просто ГОСТы, которые предусмотрены по формированию бетонно-асфальтной смеси, они забиваются в компьютер, и из компьютера идет сигнал, и смешение ингредиентов происходит по компьютеру, и человеческий фактор здесь абсолютно исключается. Вот это очень важный факт в сегодняшнем современном дорожном строительстве. На предприятии будут работать 20 человек. Средняя заработная плата составит 25 тысяч рублей. По меркам Тейковского района доход немаленький. Сейчас специалисты проходят необходимое обучение. Совсем скоро завод начнет свою работу. В ноябре месяце мы, согласно проекту модернизации производства асфальтобетонных смесей, согласно графика этого проекта, была произведена установка, монтаж в ноябре месяце. То есть пуск и пусконаладочные работы на данном заводе планируются на март 2013 года. То есть в марте месяце пусконаладка, и начинаем сезон. То есть борьбу с бездорожьем. Производительность нового завода 160 тонн в час. Так что уже весной предприятие планирует ударить асфальтом по Ивановскому бездорожью. И не только по Ивановскому. Дорожные работы им будут производиться и в соседних областях. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.